Практично кожен рік дарує нам цікаві комбінації чисел. Йдеться про дати і 2020 рік без них також не обійдеться. Нині будемо говорити, які ж це дати, ну і, власне, що нам обіцяє 2020. З цього приводу спілкуємося з нашою гостею, ведичним астрологом Індірою Ма. День добрий! Добрий день, благодарю вас за приглашення. Ми раді, що ви завітали. Давайте розпочнемо із загальної характеристики року. Така от цікава відразу комбінація. 2020. Да. В нумерології двоечка, вона прежде всего связана з позицією Луни, з енергіями Луни. І Луна – це о чоловічих взаємоотношеннях і о тому ефекті зеркала, який присутствує в отношеннях між людьми. Соответственно, этот год он будет очень показательным и значимым в отношении того, что люди, как в зеркале, будут получать обратную связь из окружающего мира, да, со стороны также своих родных и близких, и вообще всего событийного потока, как они сами относятся к жизни. То есть если раньше человек мог делать какие-то вещи и не видеть сразу этих последствий, то этот год он будет очень показательным в том смысле, что зеркальный эффект отражения будет происходить очень быстро. И поэтому мотивация, намерение человека, с каким посылом он делает те или иные вещи, это уже не может быть завуалировано. То есть жизнь и Вселенная будет отражать человеку как бы подлинность его чистых намерений и его действий в отношении других людей. Вот я, готуючись до ефіру, ще прочитала, що це десь символ рівноваги, символ добра і зла. Фактично, цього року ми будемо пожинати те, що будемо сіяти. Здесь даже то, что уже нами посеяно когда-то, в этом году мы будем видеть эти всходы, и мы увидим это по определенным событиям, ситуациям и обстоятельствам, как в своей личной жизни, так и в аспекте того, что происходит на планете. Ми можемо говорити про те, що все ж таки і цей рік і впливає і на майбутнє. Фактично, ми цього року також маємо робити щось таке, що нам колись аукнеться. Да. Сейчас очень важный момент происходит. Существует уникальная планетная конфигурация. Она связана с тем, что Сатурн, Юпитер и южный узел Кету находятся в созвездии Стрельца. Фактически такая комбинация, она формируется очень редко, и она определяет судьбу целого поколения. То есть это раз в 81 год такое сочетание происходит. Соответственно, что представляет собой Сатурн? Очень важно понимать. Прежде всего, эта планета, она представляет собой вселенский порядок или закон, согласно которому все в мироздании было создано. И Сатурн, он, когда приходит куда-то, он устраивает там как некую ревизию, то есть проверку, все ли вещи происходят согласно этому вселенскому порядку и закону. Понятно, что Творец, создав все, что есть в этом мире, да, и нас в том числе, он дал всем этим вещам определенную цель, для чего они созданы, и что каждая душа, каждого человека или определенного этноса или государства, как она должна совершенствоваться, развиваться, что должно осуществляться. Естественно, мы все, не зная этих вещей, очень далеко отклоняемся от своей цели. И вот есть вот эти нарушения вселенского порядка, которые Сатурн призван вернуть нам в определенные циклы. И то, что вы видите сейчас на планете, как такие вспышки пожаров, природных катаклизмов и много разных стихийных бедствий, это тоже имеет причину вот эта конфигурация планет. С другой стороны, Юпитер. Юпитер представляет собой аспект божественной милости, то есть это энергия, которая связана с возможностью роста, прогресса. Это аспект, связанный с просвещением, духовностью людей. И Кету показывает карму прошлой жизни, то есть что, как минимум, за последние 19,5 лет было индивидуально каждым человеком сделано, и также как группы, сообщества людей, государства, нации определенные, то есть тенденции их развития и их проявление в отношении других каких-то государств. Да? Вот эти все конфигурации, они не столько касаются, будем говорить, какого-то маленького личностного уровня, сколько они касаются вообще планетарного, да, уровня. И это имеет отношение к политике, да, то есть каковы будут политические тенденции. Однозначно, что будут преобладать и выигрывать только те люди, которые несут посыл просвещения, благотворительности, решения социальных каких-то проблем, нравственных проблем, и чьи намерения действительны.
То есть не просто декларация каких-то вещей, а кто действительно имеет чистое побуждение в этом. Эти люди будут прогрессировать, и они будут двигаться и подниматься. Все люди, которые декларируют какие-то вещи, но за этим не стоит реальных поступков, да, действий, то, конечно же, они будут претерпевать определенные, ну, будем говорить, затруднения и проблемы. Ми знаємо, що Новий рік у нас настав 1 січня, тим не менше, за китайським календарем він настає трохи пізніше. Да. Чи взагалі відрізняється якось от 2020-й, який настане от трохи пізніше у китайців? Угу. І от що він нам обіцяє? Да. Это очень важная вещь, и здесь хорошо, чтобы было такое понимание. Ну, во-первых, 1 января – это просто календарная дата. Она не связана с какими-то планетными сочетаниями. Китайский Новый год, как вы знаете, это всегда плавающая дата. Он связан с новолунием, которое происходит в созвездии Козерога. Соответственно, вот сейчас, 24 января, будет новолуние в созвездии Козерога, и мы празднуем китайский Новый год. Это будет весьма позитивным годом для нас и вообще на планете, потому что мы входим в новый 12-летний цикл. И если представить 12 витков спирали, то мы входим на первый из этих 12. Что происходит на этом первом? На первом витке мы закладываем некую основу, фундамент. То есть то, что мы сеем как свою мысль, то есть мы закладываем некую тенденцию. И если люди в это время, будем говорить так, имеют желание делать добро, создавать некие благие вещи в отношении своих близких или мира, просвещаться, духовно развиваться, путешествовать, познавать мир, решать свои проблемы или задачи миролюбивым способом, да, или милосердным каким-то образом проявлять себя в жизни, то тогда они закладывают восходящую спираль на следующие 12 лет. То есть это прекрасное время, будем говорить так, что засеять почву благородними семенами, чтобы получить в определенный момент хорошие всходы. Ну, і ви зрозуміли, ваші помисли мають бути чистими і справді благородними. Можливо, є якісь, мені здається, що вони так само, угу, так, називаються знаки зодіаку, да, яким пощастить найбільше. Можливо, от для кого ось цей рік щура, да, буде дуже вдалим, а кому варто десь перечекати, можливо? Да. Значить, так як созвездие Стрільця, куди входить, де знаходиться зараз Юпітер, це огненна стихія. Соответственно, всі огненні знаки, це созвездие Овна, созвездие Льва, созвездие Стрільця, вони мають благоприятні можливості для роста, развития, прогресса. И это будет такой возрастающий для них цикл. Благотворным очень, да. В гармоничном сочетании также находятся все воздушные знаки. Это созвездие Водолея, созвездие Весов и созвездие Близнецов. То есть воздушные знаки. Вони роздмухують, да, огонь. Вони, да, можуть дати йому більшу силу. Так, так, так. Потому что действительно огонь, он существует только в присутствии воздуха. Если мы накриваємо колпачком свічу, вона гасне. Мені вже страшно за водяні знаки, чесно кажучи, які тушать десь вогонь, оскільки от я належу до них, але тим не менше... Ні, ви знаєте, діло в тому, що Юпітер – це абсолютно благотворна планета, вона ніколи не приносить якихось отрицательних ефектів. Якщо вона просто куди-то не посилає свої лучи, це значить, що там не відбувається якогось вот прям розширення, якоїсь експансії, стремительного росту. Но это не значит, что там будут какие-то проблемы. Нет, нисколько. Добре, ми спокійні. Чого чекати тоді водяним та земляним знаком? Ну что ж, тогда надо перейти к Сатурну, чтобы это рассмотреть. Да, потому что Сатурн сейчас 24-го, вот интересная синхронизация, и новолуние происходит, календарный Новый год по китайскому календарю, и Сатурн входит в созвездие Козерога. Это земной знак. Так как я вам уже сказала, что Сатурн представляет этот вселенский космический порядок, соответственно, он входит в то созвездие, где он является хозяином, владыкой, да? И это наподобие, как царь возвращается на свой трон. Он возвращается в свое царство и возвращается на свой трон. Сатурн обходит весь круг за 30 лет. И вот когда он возвращается на свой престол, представьте эту ситуацию, 30 лет не было царя в государстве. Он вернулся. Что он первым делом? Он проверит, как были, как их, его подданные и доверенные лица вели дела в государстве, был ли порядок или нет.
Если нет, он будет ограничивать, наказывать, отстранять от власти и создавать какие-то затруднения, а кого-то может и посадить в тюрьму. Я метафору сейчас говорю, да? Вы должны это понимать. И наоборот, того, кого он обнаружил, что он честно, праведно, благородно вел дела и следовал этому закону, порядку установленному, что будет возвышение, вознаграждение и поощрение, и благодарность. Соответственно, вот если кому-то и ждать каких-то осложнений, то это может касаться вообще любого созвездия, любого зодиакального знака. Если что-то на протяжении последних 30 лет было сделано неправедно, нечестно, неблагородно. Так как созвездие Козерога, оно отвечает за государственную, политическую, законодательную власть, то, соответственно, это в большей степени имеет отношение к людям, которые как-то связаны с властью или как-то имеют влияние на судьбы людей, на то, как устроено. Ну, и это иерархически, да, то есть можно быть начальником в какой-то организации, да. И что является правильным, когда ты наделен властью или полномочиями? Очень важно эту власть и полномочия использовать на благо людей, которые находятся в твоем подчинении, да? То есть правильно распорядиться человеческим ресурсом и финансовым ресурсом. Так вот, Сатурн в отношении всех зодиакальных знаков, он будет делать такую ревизию. И здесь уже не важно, водный знак, огненный знак или еще какой-то другой. Ну вот как бы так. Все отримают по заслугах. Да. За останні 30 років, не забувайте, буде зроблена ревізія. Також, от ми вже говорили про двійку, 2020 рік. Ну і цього року, в лютому, дуже багато у нас таких цікавих комбінацій. 2 лютого, 2.02, 20.02, 22.02. І от, власне, що... Прекрасно. Так, от на що варто звернути увагу в ці дні? Можливо, чомусь більше присвятити увагу. Я знаю, що от у нас, наприклад, обожнюють якісь такі дати вибирати для заміжжя, для одружень, для весіль. Это правда, потому что когда есть вот такие зеркальные сочетания цифр, это очень гармоничные моменты, и они могут подходить для разных вещей, но вот конкретно двойка, она о теме человеческих взаимоотношений, о балансе во взаимоотношениях между людьми, о том, чтобы быть в состоянии эмпатии. Эмпатия подразумевает, что мы чувствуем другого человека, его потребности, его состояние, и мы можем правильно, корректно, гармонично с ним срезонировать, чтобы поддержать, дать обратную связь, то есть не быть закрытыми, не быть обособленными, не быть эгоистичными, да, не быть только в коконе своих каких-то переживаний. И в этом смысле, конечно же, что вот эти все 2 февраля, да, или там 22 февраля, еще что-то, вот эти все даты, числа, я бы посоветовала людям уделить внимание особенное своим близким, родным, особенно своим матерям, потому что Луна в астрологии, она связана с принципом матери, и это означает, что то, в каком состоянии находятся наши матеря, в чем они нуждаются, довольны ли они чем-либо или недовольны, уделить этому особое внимание. Ну и второй уровень аспекта Луны – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, то есть эмоциональная связь между мужчиной и женщиной. Марс и Венера отвечают за сексуальный темперамент людей, а Луна и Солнце отвечают за эмоциональную связь внутреннюю, да? Так вот здесь прекрасная синхронизация, чтобы тех, кого вы любите, кто для вас близок, дорог, провести это время вместе, да? Сделать друг другу какие-то подарки, устроить какой-то праздник, сюрпризы и создавать этот благотворный эффект. Знаете, как говорят, поставьте перед собой зеркало и улыбайтесь. Так вот, когда мы делаем нечто миру, естественно, мы усиливаем в этом мире некий благотворный резонанс. Поэтому вопрос того, чтобы наше сердце было открыто, чтобы оно было наполнено благожелательностью, добром, это основной такой лейтмотив следующего года, потому что жизнь будет отражать нам, да, как по эффекту зеркала, эти все тенденции. А второе, не забывайте о своих родных. Оставайтесь с ними в эмпатии, в сочувствии, в понимании того, какие у них потребности, необходимости. И находите какой-то способ и желание внутреннее, ну, чтобы это помочь им реализовать.
Ну і вже так, користуючись нагодою, хочу запитати стосовно якихось інших місяців. Можливо, є десь якісь такі, коли варто більше десь звертати увагу справді на здоров'я, десь більше звертати увагу на спілкування, десь більше, от як ви кажете, приділяти увагу близьким. Хоча це, напевно, лейтмотив всього нашого життя має бути. Да. Але тим не менше, от можливо, по місяцях чи якісь періоди, як людині зрозуміти, що от все ж таки вона внутрішньо відчуває, можливо, але не до кінця розуміє. Я вам сейчас объясню этот момент. Дело в том, что каждый из нас рождается, и у него есть его индивидуальная карта рождения. То есть планета и светило все движется в каждый момент. Мы рождаемся, и у нас есть индивидуальная матрица. То есть дубль 2 такого человека, как вы или я, уже нет. Да? Что это означает? Что у нас есть планеты, которые отвечают за конкретно сферу нашего здоровья, там успех в профессии, наша реализация, отношения. Какого-то общего, будем говорить, периода, где, допустим, для всех вот это сложно там по здоровью, его нельзя обозначить, или где у всех там очень хорошо и благоприятно. Единственные интервалы времени, когда идут затмения, солнечные и лунные затмения, тогда происходит резкий перепад энергетики, да, на самой планете Земля, и это отражается на психоэмоциональной сфере человека. Тогда проблемы и с сердцем, и с системой кровообращения, и с психикой человека. Вот тогда это можно говорить. Но мы сейчас коридор затмений уже прошли. Было солнечное затмение 26 декабря, полное солнечное, и потом было затмение 10 января, это было лунное затмение, частичное. Соответственно, мы уже из этого коридора вышли. Вот эта самая сильная турбулентность, которая в ближайшие полугодия была, мы ее прошли. Это уже позади. Теперь цикл следующих затмений, который будет летом, я могу специально подготовить для вас информацию об этом. Посмотреть, на какие созвездия, куда, что, как влияет. И тогда конкретно дать как бы по поводу этого какие-то комментарии, советы. Ну що ж, спасибі. Все, що от я для себе взяла з цієї цікавої бесіди, рік і справді буде цікавим, рік буде насиченим, і головне бути щирим, дбати про людей більше, налягати десь на благодійність, і тоді все буде добре. Правильно. Благодарю вас. Дякую за те, що ви завітали. Ще раз нагадаю нашим глядачам, ми сьогодні спілкувалися з ведичним астрологом Індірою. Ма, спасибі, що ви до нас завітали. Віримо, що не в останнє. Ну, власне, ви вже пообіцяли про літні трішечки нам періоди розповісти. Да. Тому я з вами прощаюся, а нашим глядачам кажу до нових зустрічей.